Российский поселок Медвинка образован уже более 300 лет назад жителями Западной Украины, спасавшимися от гнета католической унии. Прошли столетия, народ православный, казалось бы, живет теперь спокойно, свободно исповедует свою веру, открыто славит Бога и святых его. Но не все так просто. Враг рода человеческого то тут, то там воздвигает гонения, если не врагов на христиан, то уж распри внутри православных. Причина этого в основном в банальной невежественности и, конечно же, из-за недостатка любви в наших сердцах. Благословение Господне на вас, так благодати и человеколюбие всегда, ныне и присно, и во веки веков. Милость Божия посетила приход Успения Пресвятой Богородицы год назад, когда по благословению Его Высокопресвященства, Высокопресвященнейшего Германа, митрополита Курского и Рыльского, здесь стал служить православный миссионер иерей Андрей Барабаш. Добрый пастырь легко нашел общий язык со своими новыми прихожанами, и теперь церковная община живет в Божьем мире и согласии. С тех пор, как батюшка Андрей стал тут настоятелем, многое поменялось. В последнее время у нас стали много ходить, особенно с детьми, на причастие ходят люди, молодые ходят. Ну, наш дружный, приход дружный. Ездим, часто посещаем паломнические поездки. Запомнилась поездка, вот, когда мы поехали в Новый Иерусалим, и у нас сломался автобус. И мы все стояли такие, а водитель нам говорит, не скоро еще поедем, запчастей нет, все такое. Ну и начали мы читать акафист Николаю Угоднику. Все появилось прямо сразу, все, и подъехали, и попросили нас, и другие водители. Все отремонтировали, и мы с Божьей помощью приехали домой. Храм наш очень красивый. Лепка, во-первых, у нас очень красоту тоже придает. Цветы вокруг, клумбы. Всегда у нас с ранней весны это начинается, эта красота вся. И всю эту красоту и доброту наших батюшек, наших, все люди несут домой. Все очень радостные, очень довольны нашими батюшками. У нас периодически приезжают разные святыни. У нас много народу приходит. Церковь наша известна на весь район. Много-много сегодня у нас пришло прихожан. Иерей Андрей очень большое значение уделяет молодежному служению. Недаром в его храм часто приходят на молитву ребята из молодежного отдела Курской епархии. А недавно случилось так, что божественную литургию в воскресенье пел хор молодежного отдела на церковнославянском, греческом и сербском языках. Прихожанам, значительная часть которых составляет молодежь, очень понравилось это пение. Очень важно, что именно молодежь, которая приехала к нам нас порадовать своим пением и примером молодежного служения, заражает и других, показывает другим красоту богослужения, красоту молитвы, вообще красоту православия. Священство и прихожане Успенского храма сердечно приглашают вас посетить богослужение общины, после которых вас даже напоят чаем и дадут ответ на все накопившиеся у вас вопросы. Отцу и Святому Духу спаси.